Всем привет! Вы на канале «Правильный выбор». В этом обзоре речь пойдет о телевизоре Top Device LE43V4. В описании к видео я оставлю для вас подборку ссылок на магазины с лучшими ценами. Буду рад, если вы оцените мой труд лайками и поделитесь мнением в комментариях. Для того, чтобы оставаться в курсе выхода новых роликов, включайте колокольчик и подписывайтесь на канал. Диагональ экрана 43 дюйма, разрешение 3840 на 2160. Четкое и насыщенное изображение на экране телевизора с разрешением 4К отличается великолепной детализацией и точной цветопередачей. Сочетание огромного количества оттенков дает эффект реалистичной картинки, от которого сложно оторвать взгляд. Наслаждайтесь расширенным диапазоном яркости цвета с технологией High Dynamic Range. Благодаря этой функции изображение имеет четкую детализацию и насыщенную контрастность, независимо от того, светлая или темная картинка на экране. Процессор G52 отвечает современным требованиям и отличается быстродействием, поэтому мгновенно реагирует на команды пользователя и не заставляет долго ждать обработки сигнала. Телевизор с тонкими рамками по периметру выглядит изящно и подходит для любого стиля интерьера. Картинка на экране не ограничена широким контуром, поэтому создается ощущение абсолютно реального действия, происходящего непосредственно перед вашими глазами. Размеры телевизора 95,5 см в ширину, 55,3 см в высоту, толщина 8,3 см, вес 6,1 кг, цвет черный. Если у вас появится желание установить телевизор на стену, то подставку можно демонтировать, предусмотрено крепление ВИСА 200 на 200. На задней панели расположены стандартные разъемы: 2 USB, 1 Ethernet RJ45, 3 HDMI, 1 Optical Audio Out, 2 антенны, 1 CI+. На корпусе телевизора предусмотрено несколько портов различных видов. С их помощью можно легко подключить к телевизору ноутбук, флеш-карту или другое дополнительное устройство. Присутствует оптический аудиовыход Optical Audio Out. С его помощью можно передавать звук с телевизора на домашний кинотеатр. Достаточно подключить их друг к другу через оптический кабель. Модель поддерживает скоростной Wi-Fi. Операционная система WildRed. Делитесь контентом с экрана своего смартфона без подключения кабеля или установки специальных программ. С помощью WildRed вы можете смотреть сотни телевизионных каналов, спортивные трансляции и видеоблоги, а также выбирать фильмы и сериалы из бесплатной подборки, которую телевизор создает самостоятельно с разных сайтов. Для тех, кто любит хорошую музыку, есть специальные разделы с радиостанциями и каталоги с видеоклипами, а также тысячи фонограмм для караоке. Кстати, всем этим контентом можно легко управлять через приложение с помощью голосовых команд. На панели пульта предусмотрена отдельная программируемая кнопка для прямого доступа, а также вынесены кнопки доступа к популярным онлайн-кинотеатрам. Оцените легкость и простоту управления телевизором. Современная аудиотехнология Dolby Audio обрабатывает и улучшает звук любого типа контента – фильмы, спортивные передачи или потоковое видео. Благодаря этой встроенной системе вы получите двухмерный, качественный и насыщенный звук. В телевизоре предусмотрено два динамика с общей выходной мощностью 16 Вт. Я проанализировал отзывы и расскажу, какие особенности выделяют пользователи. Сначала отрицательные. Не работает набор текста от голоса. Привередлив к мощности сигнала роутера. Под наушники выход отсутствует. Винк подтормаживает. Теперь о положительных моментах. Звук хороший. Много бесплатных каналов и фильмов. Предустановленный Винк и ОКО. Внешний вид, функциональность. Качественная матрица. Не тупит. Простое меню и настройки. Изображение яркое и четкое. Интересная оболочка. Напоминаю, ссылки на актуальные цены вы найдете в описании к видео. Поделиться своими впечатлениями вы можете в комментариях, а чтобы поддержать канал, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и активируйте колокольчик для уведомлений. До новых встреч!